Заботы о старших. В канун Дня пожилых людей для представителей преклонного возраста в Центре активного долголетия Талдыкурганы был организован медицинский осмотр. Прием вели специалисты городской поликлиники. Сдать анализы и получить рекомендации врачей могли все желающие. Кроме того, виновников торжества с приближающимся праздником поздравило руководство области. Подробности в материале. Заботиться о своем здоровье нужно в любом возрасте. Для представителей старшего поколения это непреложная истина и вовсе имеет особо важное значение. Однако бабушки и дедушки не всегда вовремя обращаются к врачам. Потому в преддверии Дня пожилого человека руководством региона было принято решение организовать на базе Центра активного долголетия специальный выездной медицинский осмотр. Прием вели 15 специалистов, в числе которых терапевт, окулист, невропатолог и хирург-травматолог. Мы проводим клинические анализы и инструментальные исследования. Также проводят осмотр узкие наши специалисты. Определяем уровень сахара и холестерина в крови, определяем внутриглазное давление. По показаниям нашим ветеранам делаем ЭКГ. Если мы здесь сейчас выявим какие-то патологии другие, тогда мы дадим направление другим узким специалистам. Такие акции в областном центре организуются регулярно. Проводятся скрининги по возрастам, ведется динамическое наблюдение пациентов, которые стоят на учете. Кроме того, уже год в Талдыкургане действует программа управления заболеваниями, в рамках которой людей, имеющих проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, учат, как правильно заниматься спортом, принимать лекарства, оказывать себе первую помощь. Такое обучение прошло и в рамках Дня открытых дверей в Центре активного долголетия. По мнению бабушек и дедушек, проводить такие акции необходимо чаще. Это очень хорошо. Я прошла терапевта, сейчас хожу к нервопатологу провериться. Вообще болячек очень много. Конечно, конечно, нужно это. Но мы же уже пожилые, нас не каждый врач смотрит. А здесь все нормально смотрят нас. Это просто здорово, что к нам пришли проверить наше здоровье. Мы рады, что проявляется такая забота о старшем поколении. Вот ко Дню пожилых людей организовали такую акцию. Всем огромное спасибо. Это очень важно. Сами мы не всегда имеем возможность ходить на осмотр к врачам. А здесь все и сразу можно проверить. Спасибо за это. В области ЖТСУ проживает порядка 88 тысяч пожилых людей. 25 тысяч из них являются жителями города Талдыкурган. В регионе ведется большая работа по поддержке старшего поколения. Примером является Центр активного долголетия, открытый в январе текущего года. Сегодня его посещают около 300 бабушек и дедушек. Для их активного времяпровождения организованы занятия по йоге, теннису, шахматам, шашкам, кружок рукоделия, финансовой и компьютерной грамотности, скандинавская ходьба и фитнес. Надежда Белова, Абзал Нусипов, телерадиокомпания ЖТСУ.